Елена Сергеевна Васильевич, уважаемые депутаты, присутствующие. Перед тем, как перейти к вопросам повестки, подобные на представительном собрании, выполнить приятную подчеркнутую миссию. И вручить заслуженную награду Государственной Республики нашему депутату Государственной Думы Российской Федерации Капецкой Надежде Сергеевне Максимовой. Уважаемая Надежда Сергеевна, это высокая оценка вашей многолетней. Результативной работы по защите интересов Хакасии на федеральном уровне при вашем содействии и непосредственном участии в пользу республики и жителей был решен широкий круг вопросов, в том числе финансовых, а также связанных с продвижением и реализацией различных социально значимых проектов, средств школ, наших крупных медицинских и культурных объектов. Низкий поклон. Надежда Сергеевна, всех душу поздравляем, желаем дальнейших успехов. В соответствии с постановлением Президиума правительства Республики Хакасия от 3 января 2018 года номер 06-П за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности на благо Республики Хакасия орденом за заслуги перед Хакасией